Якутск претендует на проведение чемпионата России по боксу в 2018 году. Сегодня в Якутск прибыл генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он ознакомился со спортивными объектами, встретился с представителями Федерации бокса Республики. Генсекретарь отметил условия для тренировок, для прохождения практики и обмена опытом сборной страны. Конкурс на проведение чемпионата России в 2018 году состоится в ноябре, где участие будет принимать и Якутск. На сегодняшний день поданы заявки из 15 регионов страны. Хозяина будущего чемпионата будет выбирать комиссия, которая рассмотрит условия и презентацию. Каждый представитель, когда будет разыграно, где чемпионат России, каждый представитель приедет и будет презентовать, как он проведет чемпионат России. И чья будет презентация лучше и условия, тот регион и выиграет. Я думаю, что конкурс будет в конце ноября. Условия у вас очень хорошие. Ну, тоже возможности. То, что я сегодня видел, у вас, я думаю, что вы один из серьезных претендентов.